Интерес к шахматам в Анапе бьет рекорды. Первенство города-курорта проходило в течение 5 дней, иногда даже в 2 смены, и объединило в себе 12 турниров в возрастных группах мальчиков и юношей, девочек и девушек. Всего за звание сильнейших боролись 166 человек. Такого количества участников на первенство города еще не было. Конкуренция получилась очень высокой. Соперники были очень сложные. Иногда приходилось очень сильно задумываться. И это очень было сложно. Достигать первого места, и очень много конкурентов было. Тут надо думать, и различные комбинации развивают твою память, и это очень интересно. В двух возрастных категориях дело дошло до Армагеддона. Так называется особая партия для выявления чемпиона, когда после всех туров у претендентов одинаковое количество очков и абсолютное равенство по дополнительным показателям. Это очень редкий случай. На Армагеддон белым дается 5 минут, черным 4, поэтому думать приходится очень быстро. Сначала все я выигрывал, но в одной партии, когда я сел с Гимадеевым за первый стол, все перевернулось. Он меня там сжал, чуть не выиграл, но мы потом с ним на эндшпиль перешли, он был ничейным. Мы согласились на ничью. Сейчас самая последняя партия Армагеддон проходила для меня очень удачная. Она была для меня. Он там зевнул коня, я этим воспользовался и его выиграл. У нас такое было два раза. Среди девочек было у нас 2008-2009 год рождения, тоже играли у нас, и в ПАК Екатерина, и, Миронова Ирма. Там победила Ирма у нас в Армагеддоне. То есть в этом турнире было два таких вот случая. Вот редкий случай, но вот в этом турнире получились такие вот уникальные события у нас. Все 12 чемпионов города получили право представлять Анапу на первенстве края. Призеры составят резерв муниципальной сборной и в любой момент также смогут получить путевку на региональный турнир. Он состоится совсем скоро, 21 марта. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа регион.